решили сегодня записать видео совместно с Димой Гордеем и Александром Царевым. Только не на желтый, на зеленый прям. Что, академик находится сейчас у дилера, забирает какую-то новую тачку, поэтому... Что это такое, Кость? Это 2 литра, 2 мотора. Да, красавица! Один рак положил другого. Они трахаются. Операция «Поймай цихлиду». Не так-то это просто. В большом аквариуме. Лев Шагинян, давай, во что ты одет? Сколько стоит эта твоя вещь? Где-то 35 отдал. Красава. Всем привет! Мы решили сегодня записать видео совместно с Димой Гордеем и Александром Царевым. У Александра Царева новая тачка, у Димы Гордея новая тачка. Я на новой тачке. Еду на мойку известную, Black Star Car Wash называется. Хочу помыть машину и заодно мне интересно сделать такой небольшой социальный эксперимент. Я оставлю в машине деньги, посмотрим, заберет ли их мойщик. Сумма небольшая, вот так. У меня тут они, в принципе, и лежали, 200 рублей. Оставим их, посмотрим, насколько честные мойщики там работают. Если не заберет, то я ему дам хорошо на чай. Поехали. Сейчас забыл поднять тачку. Сейчас хочу поднять, чтобы удобнее мыть было. $1500, машина помыта, о, даже коврики, слушай, круто, чистенько, подожди, держи, бро, поделись, я не знаю, если не один мыл, больше нет просто, ну ладно, спасибо, слушай, а у тебя есть карта Сбера, давай на Сбер кину, а то чуть мало я вам дал, спасибо. Его Тимур зовут, меня Стас, когда вы сюда приезжаете. Тимур и Стас, да? Да. Ну все, давай, спасибо. Ну что, Санек, давай рассказывай про свое. Я так понял, это ты от штрафов залепил специально. Я не лепил. Да не ври. Я, не, слушай, ты не поверишь. Во-первых, что жопу занесло, да, как бы, что перешь. Я как с Питера ехал, меня накидало по платке и все. Сань, что за тачка-то, рассказывай. Да что. А, ну вообще круто. Да, вообще просто такое, типа, раз. Да, поэтому ты не моешь, да? Да. Ну, да, я вообще люблю чистый автомобиль, но понимаешь, когда у тебя лето, вот эта погодка шикарная, ты такое стелишь по городу. 4.4 дизель 340 был. Сколько денег стоит? По-разному, у меня не новенький, естественно. Новенький стоит нормально. Новенький, я думаю, от 8 где-то будет. Пошли, может, покажешь какие-то фишечки, которых у меня нет. Или у меня, может, покажешь, или у себя. Тут... Подножки есть, все дела. А у тебя что, нету? Нет. Стань, вообще в любом хорошем автомобиле у тебя должны быть сразу подножки. Понимаешь, во-первых, у тебя новый автомобиль, в котором... Все стало электронным. Мне не нравится вот это вот. Ну, у тебя все панели. Это круто, это хай-тек, да. Мне нравится. Ну, мне не нравится, конечно, монитор. Сейчас я тебе покажу штуку, которая даже Костику понравилась. У меня есть такая штука, как датчики Брода. Они есть у всех, потому что, типа, если ты автомобиль утопил, то тебе ай-яй-яй. У меня это показывает на экране. Вот она, weight setting, минимальное срабатывание. Все. Видал? То есть ты будешь заезжать, он будет показывать. Круто. Да, да. По поводу 4x4. Видишь, как срабатывают все переключения. Ну, в общем, как в любом автомобиле, у тебя больше электроники. Мне это не нравится. Кстати, здесь двигатель 4x4 BMW. BMW? Ну, как бы классическая BMW, но они еще... Ну, да, то есть он не идет прям BMW, но 4.4 как у BMW. У меня, соответственно, все задние сиденья электрические, складываются с кнопочек, все складываются в топе. Огонь. Там дополнительно. Ну и у тебя багажник нормальный, да? Да, естественно, большой. У меня маленький багажник. Хотя недавно с Питера привез питбайк в коробке. Он лежал просто сзади. Я его положил во всю длину, и мы приехали за ним. Ребята, всем привет, да, циклы не дают спокойно развиваться и жить моему аквариуму.
Поэтому мы решили их поймать и сдать обратно в магазин. Ну, вот так вот. Обычно, конечно. Да, но я тебе их отдам, а потом когда-нибудь заберу обратно. Вот таких уже. Не, на таких же. Так, двумя сразу с очками ополчились. Готов? Да. Два с очками. Так, одна синяя. Вон она внизу, все, улетела. Вот она внизу, в углу, она забилась, она занервничала. Есть? Ты поймал? Да, я ее обхитрил. Красава, вот это уровень. Да. Надеюсь, очок можно отмахнуть. Да. Вот это я понимаю, не что... Не зря внук и сын астраханца. Операция «Поймай цихлиду». Не так-то это просто, в большом аквариуме. А там на нее рак напал. Ой, серьезно, он ее держит. А не, она просто забилась в панике. Сейчас рак ее сожжет, да? Не, рак ты ее не сожжет. Вот все, она свалила. Так, вот тут я поставил, теперь ее надо шугануть. Планом хищника. Ладно, щуку, я думаю, пока оставим. Жалко. Да, пускай. Давай, еще. Цихл. Возвращаем обратно. Короче, ребята, не рекомендую вам эту рыбу. Она неинтересная. Жрет много. Жрет всех, кто пролазит в рот. И растет очень быстро. То есть она выросла в два раза, наверное, что чем-то не приносил. Ну, не в два, но где-то сантиметра на три она выросла. Пипец, жесть. Ты не меня снимай. А. Что, вытаскивать отсюда, наверное, по одной, да? Да, можно. А как она вскрывается? А там... Так, ну, по одной. Опа. Подожди. Так, первая пошла. Ой, да вы что, такие хорошенькие. Да. А эти кто, Саш? Это водорослееды. Они будут зеленые, вот эту всю херню есть. Или их пираньи будут есть? Ты определись? Посмотрим. А где пираньи? Ой, смотри, какие они красивые. Да? Кстати, пираньи, он уже со следами укусов от собратьев. Они друг друга, бывает, покусывают. О-о-о! Показатель, что это не паку. Вчера он в инстаграме под фоткой с моей машины написал, что давай заедемся. Я согласился. Сколько у тебя здесь объем? 5-литровый движок, 524 лошадиные силы. И наконец-то я взлючу Димона. Наконец-то, у нас все два заезда было. Ну, чем вот это второй. Во-первых, мы сейчас проедемся, он на моей, я на его тачке, и затем устроим заезд. Оп. Все станет ясно. А бонусом мы еще заедем с старым Range Rover'ом. Вот с этим. Александр Нарев. Ну что, первое впечатление. В принципе, не могу сказать что-то негативного об этой машине. Вот посадка, так, карбончик, руль удобный. Налево. О, нифига звук. Да, да, звук. Ну, то есть звук есть. Так, куда мы едем? Налево. Звук тут вообще огонь. Я считаю, это самое крутое в этой тачке, это прям звук. Ну и управляемость. Еще на рульце классно. Ну сейчас это, наверное, тормоза, не особо. Тормоза хорошие. Прям резкие такие. Но выхлопа, конечно, не хватает после Range Rover. Но после твоего, да, у тебя вообще громкий. А вон царев. Что, он хочет нас... Так, уже гонка, короче, идет, это самое. Вне очереди. Ну что, готов? Давайте попробуем. Давай, ладно, сразу попробуем. Ну, на зеленый, да. Только не на желтый, на зеленый прям. Зеленый. Да, честно, на зеленый. Ну это при том, что мы еще затупили на старте, то есть можно, да, было, можно было чуть раньше. Как он его так разогнал, сука, а? Раз, два, три. Сходу, сходу. Вот он, рейндж. Ну слушай, он такой здоровый рейндж, типа такой приседает, там просто капот поднимается.
спустились на 7 метров, едем гулять в центр. Сегодня старый Новый год. У меня новая камера, поэтому я взял камеру, чтобы ее потестировать. О, смотри, опять палатки в метро. А как же так, мы же боролись против палаток в метро? Ну, теперь они красивые. А нет, был диалог такой. Настя, ты что, против власти, что ли? Я против пиздоб***. Так, в общем, видео для тех, кто не был в московском метро. Сейчас вы побываете. Здесь нужно иметь вот такую карточку, тройку. Прикладываете. Пошла. У меня на счету 207 рублей осталось. По этой карте дешевле, чем просто покупать поездки. В общем, продолжаем тестировать. Знаете, чем классная камера? Что люди ее не замечают вообще. Люди, у тебя уши холодные. Ты чего замерз? Давай. Спасибо, конечно. Давай. Ой, как вкусно пахнет. Может, поедим? Настя, куда ты меня ведешь? Лев Шагинян, давай, во что ты одет? Сколько стоит твоя вещь? Портмоне Burberry, 25, где-то 25. Так. Пуховик Армяне. Где-то. Армяне? Армяне. Ну где-то 35 отдал за него. Красава. Тимбо. По скидке взял десятку. Десятка Тимбо. Коллаборация Puma Hot Wheels. Так. Полный костюм 20-ка. Огонь. Чехол, клавиатура для. Ладно, где ты работаешь? Как ты на это заработал? У меня батя богатый просто. Ты максимально хейта выхватишь с этого видео. Давай нормально. У тебя кальянная, приходи ко мне все в кальянную. Это же интеграция, да, на YouTube пойдет. Ребят, Кука Плейс Байлер Шагинян, Столешников переулок. Приходите, там вы сможете увидеть меня, его. Сомнительная реклама. Да, так. Это Константин Сидоркин. Кость. Сколько на тебя денег одето? На мне, ну, 1005, наверное. Давай, что это такое? Грязные кроссовки Off-White. Так, сколько, сколько они стоят? Чем все, что на мне. Сколько они стоят? Я не хотел сниматься в этой программе, но... Ну, за... Стоят они 40, из самых. 40 тысяч? Да. Но с реагентами уже полцены, понимаешь? С реагентами уже 20, поэтому... Свитер чей? Гоша Рубчинский. Опа, сколько стоит? А что, мне нравится нормальный чувак. По-моему, 7. 7 тысяч, да, так. Но после его истории с детьми, я уверен, что мне уже должны платить. Что со штанами? Штаны Guess, 7, наверное. Ничего. Так, пуховик North Face. Пуховик North Face, да. И в пакет из Сума. Пакет, да, просто надевай его. Там роликсы лежат. Ребята, если не хотите ждать, пока мы смонтируем выпуск и наблюдать за аквариумом практически в реальном времени, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка на него будет в описании и вот здесь. И смотреть в историях, в постах, что происходит в аквариуме. Ну и вообще, что происходит в нашей жизни. Поэтому подписывайтесь, не забывайте комментировать, писать. Там я чаще читаю директ и ваши комментарии. Поэтому пишите обязательно, что вы хотите увидеть в аквариуме, кого подселить. Ну что, ребятки, Настя, кого первым выпускаем? Смотри, у меня есть водорослееды. Это рыбы, которые помогают бороться с зелеными водорослями и серыми, которые у нас появляются от излишка света. Еще не появляются также, если много корма кидать. Есть у меня змееголовы. Это безумно красивые рыбы, я сейчас тебе покажу. Их очень много видов, но вот эти считаются самые красивые. А они как сом. Да, их очень много разновидностей, я взял самых красивых. Давай выпустим змеелов, змееголов. Мне кажется, это очень хорошее начало. Чё, прикап? Так, я чувствую, цеху надо накормить, но не всех атаковать. Щука охотится через пакет. Так, ну что, давай водорослееды или еще покормить. Голодные они, да?
Давай ты водорослеедов выпустишь. Давай. Улитки называются Билайн. Да, стой. Серьезно? Сейчас я их распакую, подожди. Нужно посадить всех. Они так присосались в пакетику, смотри, я сажаю на деревце. Ну бросай, короче, их. Значит, вывали их все сюда. Не, смотри. Смотри, ты видел, как это мило. Нужно всех посадить тоже. Я посажу. Это тоже уже село. Они присасываются сами очень. Они очень плотно садятся. Взрослееды уже приступили к работе. Уже начали поедать. Работяги. Один змееголов прячется в щели. Блин, на самом деле, ребят, я хочу вам сказать, что самое интересное выпускать — это улиток. Потому что ты их сажаешь, выбираешь им домик. Вот так, так у нас началось движение. Да нормально, она заберется сама. Улитки называются ампулярии, по-моему. Не ретины, ампулярии и билайн. Смотри, сейчас будут желтые рыбки на нее нападать. Готов? Щука. Ай! Щука охотится. Готов? Подожди, щука охотится, мне здесь сейчас не до этого. Все, поймала. И не успел снять. Съела? Ест. Вступил звонок сейчас от Царева, что академик находится сейчас у дилера Land Rover, забирает какую-то новую тачку. А я живу прямо рядом с дилером, поэтому я сейчас туда заеду. Сниму видос, какую новую тачку берет Костя. Что это такое, Кость? Это длиннобазная лонговая автобиография 2 литра. Не как у тебя 5. Или 2? Как у меня. Здесь 2 литра. С чем это связано? С тем, что здесь стоит 2 мотора. А, электрический. И еще есть электрический. Иди, смотри. Да ладно! Прохладно! Можно телефон зарядить? Он может ездить только на электричестве, не включая мотор. Вообще только электрический быть. И ты можешь заряжать его от розетки и вообще никогда не заправляться. Вася! Круто! И при этом в нем суммарно 400 лошадиных сил, а по документам 300. Да потому ладно. Что лошади электромотора налогом не облагаются. Зачем они тогда другой мотор еще вставили? Чтобы был средний расход, вот эта машина ест 4 литра. 2 литра, 2 мотора, 4 расход, розетка и все это в длинной автобиографии. Огонь. Сколько стоит? Я думаю, недорого, 10+. Костя, недорого. И без подножек. Где? 10+ миллионов. Но с адаптивным круизом. И чего? Ты сзади посмотри, какой жир. Ты посмотри, и мы сейчас охренели, самое главное. Не-не, смотри. Тебе даже не нужно делать это руками. Твою мать, слушай, тебе даже не нужно делать. Погоди, начало, ты сейчас не переставай. Сейчас не надо делать дубли, смотри. Дальше тоже ничего не надо делать руками. Вот это да. Правда, в этой ситуации ты хер когда отрегулируешь себе климат, но зато все электрическое. Ну, багажник хоть есть, куда снарягу закинуть там? Опять нету. Багажник немножечко со странным полом, потому что, как ты видишь, здесь нету больше запаски. Здесь есть аккумуляторная батарея, и в пресс-парке отжали эту самую, пришлось их сказать сюда верни. И принесли, не было. А я же на оффроуд поеду, мне а надо. Ты же без нее-то не ездишь. Это не вариант вообще. 220? Погоди, гильотиновый тест, секунду. Гильотиновый тест. Нет, не сработало. Все в порядке, видишь, защита от дебила. X7 не смог. Да! Да, сучка, красавица, просто вот. Вот это моя марка, понимаешь? BMW X7 так не умеет. Все, шах и мат. Слушай, ну, внутри она нарядная, мне нравится. Она не идеальна. Во-первых, кресло раньше было лучше. Во-вторых, так, про пресс-парк или хорошо, или никак. Да. Да, все. А если честно, по-хорошему, это очень машина со сложной историей. Это PHEV, так называемый, то есть plug-in hybrid. Сейчас все уснули, да? У него прям видно, у тебя в голове вот так мартышка с этими начала просто делать.
Это тестовая машина, которая вошла в пресс-парк, и на ней откатывались некие технологии зарядки автомобилей на дилера, как она будет жить. У нее было 3000 пробега очень жесткого. То есть это видно по креслу и так далее. Поэтому я сейчас первое, что возьму, погоню ее на химчистку и немножко восстановление сделаю, ну, такое под себя. Не то, что но ты... ей доставалось прямо вообще во все ворота. Она эти 3000 прям помирала. Сейчас поедет к папочке, папочка позаботится о ней. Так что красава. Все будет вот нормально. Вот это ты молодец, Кость. Ладно, давай посмотрим, что здесь внутри. Внутри все довольно типично. А, и прикол, то, что если попытаешься, вот попробуй ее завести. Ты не услышишь звука, да? Ничего, у тебя просто загорится приборка и все. Да. Завелась! Постанова Галима! А у нас не заводилось, мы такие просто включили, она просто загорелась и поехала. Пол двора объехали, просто тишина, вообще она даже не заводилась. То есть это сейчас, вероятно, что-то она там хочет прогреться или так далее. Короче, это интересно. Короче, мне нравится щука, она шифруется, типа она полена. Да. Она прям тут себя королевой чувствует среди них, райском мосте. Представляете, как они к ней привыкли, то есть она просто на поверхности лежит. Да. У нее тактика такая, она... Она как подводный охотник, который выжидает жертву. Угу. А потом резкий бросок. Один рак положил другого. Он трахает! Они трахаются! Они... Ты видела это? Настя, у нас тут целые... Секс под водой, да? Это точно самка и самец, да? Конечно. То есть большая самка получается. Видишь, как они хвостиками пальцы? Я ее могу снять. Сверху. Да, я вижу. Двумя клешнями он ее заломил. Да, трахающихся раков еще у нас не было. Значит, она икринки отложит, рака? Угу. А ты видел, как они сошлись вообще? Нет, я смотрю, думаю, один другого ест. Ну она особо не против, да, руки кверху задрала. Какой у меня выбор, все у меня спасибо. В общем, ребят, смотрите. Отобрал у рака, не понимая, что это. Но, возможно, это щука, потому что щуку мы найти не можем. Сейчас будем спускать воду. Думали, что щука. Забралась за фон, но, возможно, это как раз вот все, что от нее осталось. Молодых пираний, которые я привез, вот эти постарше, оказались свирепыми. Что ты за рыбу-то потащил? Это корешка. Зачем? Интересно, будут ли они есть корешку? Как, какие у тебя ставки, да? Я думаю, что какой-то пипец. Так, ну что, пока только сомики. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, пузо покромсали чуть-чуть и хвост. В общем, из бутылки сделал такую ловушку. Сейчас внутрь положу прикормку и посмотрим, смогу ли я поймать маленьких пираний. Они полюбили друг друга. Смотри, как классно. Ну-ка дай. Ну почему не едят целый день? Очень. Мне кажется, они очень умные. И они очень красивые, я прям не знаю. Он, конечно, как-то быстро домой прибежал. Минуты не прошло. Настя сказала, что съели твоих змееголовых, иди домой. Я бросил все на работе и побежал домой. Настя, вообще нормально так делать, да? Потому что ты не идешь обедать. Время уже 6 часов вечера, ты не идешь обедать. Единственное, что я придумала, как тебя заманить. Кстати, знаешь о том, что змееголовы без воды могут до 3 дней жить? Серьезно? Да, и когда водоемы пересыхают, они переползают из одного в другой. Так, ну что, моя ловушка сработала? Одна пиранья точно попала. Две, три. Слушай, да их там кишит. Надо доставать, потому что я боюсь, они друг друга побьют там. Теперь важно горло у него вытянуть, чтобы они никуда не делись.
И вот они, красавицы. Нифига себе, как много, подожди. 4 штучки поймал. Нифига себе. Так, а? И что, где они? Растворились. Вон одна. Ага. Слушай, подросли, да? Были-то совсем маленькие. В общем, ребят, пираньи начали охоту, мелкие причем, гоняются за мальками. Все большие такие, ну, спокойные. Походу, они там в замкнутом пространстве, только это и оставалось сделать. Только их и есть. Знаешь, что проверяю в первую очередь, когда сажусь в тачку? Как ты думаешь? Не знаю. Смотри. Доводчики. Есть! Да, доводчики да. Есть! Дим, ну машина стоит 9 миллионов. 9? 9162. Давай первое впечатление, ты что молчишь? Я на самом изучаешь? Деле... Изучаешь? Я в шоке, да, я что-то не понимаю. Вот это, как температуру? Вот так крутить эту штуку? Не, почему? А, это крутить. Да, вот так. А тут кнопок нет, да, получается? Нет, смотри, если хочешь подогрев либо охлаждение, нажимаешь, и оно вот так делается. Ну, то есть... Понял, да? Блин, это вообще круто. На самом деле, я в шоке с того, что тут куча дисплеев. Красный салон, что, кстати, можешь сказать? Это вырви глаз. Не нравится? Не нравится вообще. А почему? Ну, блин, это красный салон, чего угораешь? Ну, типа... Ну, может быть, если он был бы каким-нибудь другим красным, темно-красным уже. А как посадка? Посадка? Мне руль нравится. Мне нравятся вот эти штуки, они прикольно выглядят. И руль. Блин, тут очень-очень много дисплеев, короче. Получается, дисплей здесь. Все можно выключать. Дисплей здесь. А, это можно включить, да, просто? Да. Будет просто черный. Да. Ну, кстати, вообще круто. Блин, это, конечно, супер ухари. Прям самый лакшери джип такой. Да, мне тоже очень нравится. Кроссовер, кроссовер. Не, ну так, конечно, круто. Хотя, возможно, красный салон, ты круто, типа, привыкаешь к нему. Каждый раз, когда садишься в него, ты сразу такой, о, красный салон в голове, знаешь, это как оборачиваешься на тачку. Вот ты, ну когда, да. Ты сейчас паркуешь Мазерати, да? Мазерати всегда оборачиваешься. И ты оборачиваешься, когда. И вот то же самое вот с салоном. Ты садишься и каждый раз вспоминаешь. Ну что, давай заканчивай. Давай заканчивай, да, самое главное. Ты меня сдернешь вообще как-нибудь. Да? Да. 500 сил, да, Дина? 525. 525. Нормально. И тормоза, кстати, очень крутые еще. Кайф. Тачка кайф, реально. Какие выводы, Дим? Могу сказать, тачка кайфовая. Для Москвы, для бездорожья, это, наверное, лучший вариант. Реально круто, поздравляю. Ну а спасибо. Теперь давай прокатимся. Так, ну что, настало время наказать этих блогеров. Че, включим ACDC или так просто? Но все равно мне нравится по управляемости. Однозначно рулится намного приятнее, чем Мазерати. Are you ready, guys? Что, я думаю, это будет изи-катка. Ну что, ты готов? А вы? Я, да. Итак, конечно, 10. Я в проигрышном положении, у меня всего 340 сил, у тебя 500. Ну, а посмотрим, насколько тачка. Что, фору дадим? Гордей, а ты потом будешь. А, все, давай, вы. Я могу даже на комфорте. Давай я комфорт включу. Давай даже на комфорте, да? Ну все. Слышь, бэка попробуй. Вот, давай я у бэка попробую. Все. Это буржач. У меня эко-режим. Эко-режим. Самый лайтовый, да? Даже в эко-режиме. Прикольно. Удивительно, да, что в эко он вообще разницы, по-моему, никакой я не почувствовал.
машины, у каждой свои достоинства. Комфорт, мощь и престиж. Согласен с тобой. На самом деле, не важно, какая машина, важно, как вы ее водите. А не гоняйте, ведите, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других на дороге и будьте людьми, самое главное. Да. И подписывайтесь на канал Сани. Да, и подписывайтесь на канал Димона, потому что у него лучшие выпуски про тачки. Нет. Там частенько появляюсь и я, поэтому, кто еще не видел выпуски, переходите и смотрите. Мы уже снимаем второй с ним подряд выпуск, и да, снимем еще много новых. Все, в общем, ставьте лайки. С вами был Дима Гордей, Саня Кондрашов и Саня Старев, он там фоткает. До новых встреч. Всем удачи и пока.